Мама сказала, что работать там здорово. Есть столовая и еда вкусная, поэтому она может расслабиться. Это та реакция, которую я ожидала. Имея возможность поговорить о своих проблемах с семьей, любой человек почувствует себя лучше, это замечательно. Маша. Антин. Ты первая. Ты хочешь быть со мной? Что ты сказала? Ты можешь еще раз повторить? Спустя 10 лет мы снова встретились из-за операции Ока Шторма. Так много всего случилось за это время. Сначала я не осознавала своих чувств. Но недавно, наконец-то поняла. Ты хочешь? Хочу. Антин. Знаешь ли ты, как долго я тебя ждал? Когда я увидел тебя спустя 10 лет в той кофейне. Ты была со мной такой холодной. Казалось, ты превратилась в совершенно другого человека. Когда мы стали работать вместе, я увидел в тебе огонь и жажду справедливости. Ты была сильной и независимой. Такой же, как и 10 лет назад. Позже я выяснил правду о причине твоего ухода. И мне стало невероятно больно за тебя. Я хочу защищать тебя всю свою жизнь. Ты признательна мне за помощь в решении дела твоего отца. Но каждый раз, когда я конфликтовал со своим отцом, ты изо всех сил старалась нас примирить. Ты понимаешь, что на самом деле мы очень похожи. В работе рассудительны, в семье эмоциональны. Прошло столько лет, а мы все еще понимаем друг друга. Без слов. Ты не хочешь пересмотреть это? Пересмотреть что? Посмотри на меня, я не нежная и не заботливая. И совсем не наивная девочка. Из-за работы я не могу всегда быть на твоей стороне. Я верю, что начальник Ань та, что может разделять работу и личную жизнь. А потому будет великолепной женой. Чего мы шахай, выйдет, как чичок.